И это потому, что правителям дается власть над людьми из-за несправедливости людей. Как сказал Всевышний Аллах, так мы позволяем одним беззаконникам править другими за то, что они приобретают. Если ты увидел правителей, которые поступили несправедливо с людьми, в их имуществе, в их телах, или что они препятствуют призыву к Аллаху и тому подобное, то поразмышляй о положении людей. Ты найдешь, что источник этого испытания – это люди, это они, кто отклонились, и Аллах дал над ними власть тому из правителей, которому Он ее дал. И в одном асаре сказано: «Какими будете вы, такими будут ваши правители». И упоминается, что некоторые из халифов, из числа Бани Умайя, я думаю, это был Абдуль-Малик ибн Марван, что он собрал знатных людей. После того, как он услышал, что люди говорят о его правлении, он собрал знатных людей и сказал им: «О люди, хотите ли вы, чтобы мы были по отношению к вам, как были Абу-Бакр и Умар?» Они сказали: «Да, мы хотим этого». Он сказал: «Будьте вы, как мужчины, над которыми правили Абу-Бакр и Умар, чтобы мы по отношению к вам были как Абу-Бакр и Умар». Это значит, что люди на религии их королей. И если правители поступили несправедливо с людьми, то это по причине действий людей. И пришел мужчина из числа хариджитов, к Али ибн Абу Талиб, да будет доволен им Аллах, и сказал ему: «Что случилось с людьми, что они начали порицать тебя, но не порицали Абу-Бакра и Умара?» Он сказал: «Потому что мужчины Абу-Бакра и Умара были я и мне подобные, а мои мужчины – это ты и тебе подобные». Это значит, что если люди поступают несправедливо, над ними дается власть несправедливым правителям. И поэтому Анас сказал: «Терпите». И это является обязательным. Обязательным является, чтобы человек терпел, и у каждой печали есть облегчение. Не думай, что дела проходят с легкостью. Это может прийти неожиданно и сильно. Однако оно не продержится против благого никогда. Однако на нас лежит обязанность терпения. И чтобы мы обходились делами мудростью, мы не должны сдаваться и не должны обрушиваться спешкой. Мы должны обходиться с делами мудростью, терпением и внимательностью. О те, которые уверовали, будьте терпеливы, запасайтесь терпением, несите службу на заставах и бойтесь Аллаха. Быть может, вы преуспеете. Если ты хочешь успеха, то это является его причинами и его путями. Будьте терпеливы, запасайтесь терпением, несите службу на заставах и бойтесь Аллаха. Четыре вещи, чтобы вы преуспели.